Они все так стоят вместе. Они прям готовы. Я четверых. Я не могу лечь, потому что я нихуя не вижу. Хотя. Подожди. Димка, стой, Димка, видишь спереди? Стой, тормози. Димка, не расходиться начинай. Нет, нет, Димка, не надо, Димка, встань. Димка, справа. Вот от тебя в 4-5 метрах справа нормальная мелкая трава, смотри, желтая. Там легче лезть, лечь. Ложись в нее. Никого каких берем на себя. Ну давай. Я не могу, нихуя не видно. Короче, давай, спасибо. Поехали, поехали. Надо, надо начинать. Убегают, убегают, суки. Блин, кашка говно. Там еще дальше, я вижу, бегают. Попал. Уползает за амбар, сука. Я пошел, заберу его. Куда ты, пулеметчик? Лежи, стреляй. У меня одна лента. Что ты делаешь, Васа? Аллах Акбар! Псих, ты даже не докинул ее. Там еще спереди на 60. На 60, короче, еще бегу. Бля, у меня три патрона. У меня золото срочно. Ну сейчас иди за мной. Куда ты стреляешь? А. Просто. Ой-ой, свистят. Бля, на другой стороне. Пули над головой. О, попали. Ебать, живи, братан. Ты живой? Да. Да, я живой. Интересный голос. Просто живи, слышь. Ой-ой, он прям в этом входе. Держись, Колян. Дайте патроны какие-нибудь. Так, этих двоих я пришил. Они там сидят, ой, боже мой, там миллион фашистов. Где? Они на севере, на 60. Там есть внутри. Оп. Уже никого. Хорошо. Еще один. Держись, ребята. Умри, фашист. В тылу противник? Они идут, сейчас я вижу еще один, ползет, сукин сын. Вижу тоже вдалеке. Сейчас так, снаряжение. Сверху. Дайте мне ту МП-40. Вы где, ребят? Блядь, я готов. А, подождите, блядь. Вот. Я за амбаром. К бою. Серьезно. Бегут, гестапо, гестапо бегут по полю. Что происходит? Ты живой? Да, но я сознание потерял. Терентий, надо его достать. А, суки! Приходи в себя. Суки! Блять, меня убили. Ты прям умер? Да, я словил мозги. Блять, мало, это хуя нужно. Пацаны, мы не можем так просто. Дайте мне кап 98 на 300 его. Давай. 44-й. На, сука. Башню тебе отрубил. Терентий. А мне можно воскресить? О, у меня что-то лаги начались. У меня тоже. Еще один, сука. Тереша. Я тут за амбаром. Ща, ща. Потерпи. Потерпи, брат. Брат. А! Терентий. О. Ничего себе, поди ты там. Приходи в себя, блядь. Тереша. Вонючий. Ой, я птица. Нет, Терентий, меня Парк, ранили. Я ворона. Терентий. А! Ты возле меня. Аврона, Аврона, где вы? Где вы? Терентий! Где вы? Мы корчимся от боли. Мама! Я с вами. Ребята. Мама! Это ангел. Вы меня видите, это... Я пришел за вами. Ворона! Я еще живой, иди нахуй! Я с вами. Не придем в себя, мне знаешь. Какой Севастополь? Где там Севастополь? А потом пойдем как обычно. Ну, то есть да, мы пойдем. То есть вот там вот мы доходим, потом мы смотрите, мы доходим вот до этого вонючего сарая, короче. Потом вот так пойдем, да? Вот до этого сарая. Не-не-не, стой, не надо, не так. Вот до этого сарая, где я поставил, убери Терентий. Убери все свое. На делит. Ну делит, ты ставишь метки, делит и удаляй их. Вот мы дошли до этого сарая, там черная. Вот здесь, короче, фашистский бункер с пулеметом. Его обрабатываем. Где-нибудь здесь? Его обрабатываем. И вот тут уже бункер? Нет, это вот это амбар, за которым мы сарай, сидим. Это сарай, точно. Потом бункер точно. Где-то здесь. После бункера мы резко, короче, сворачиваем и вот так вот пиздячим на радио. Бункер. На радио. Бункер. Сейчас скажу. Именуем, а вот это вот подсказочный знак, видите, вот это короче, это? Тут фашисты, очень много их. Надо их эвейдить, типа, с ними лучше не держать сражение. Бункер вот, я пометил. Ну все, вы готовы? Shady ready go. Mission made by so, guys, let's go. Давайте со мной. Азимутом идем 8. Вот до той зеленки. В прошлый раз, короче, нас нормально потрепало. Значит, мы в госпитале отлежались. И Сережа решили назад
выполнить задание. А Димка, короче, списался нахуй по ранениям, потому что испугался фашизма. Испугался фашизма, Дмитрий. И два добровольца пришли на урок. Да, и мы вынуждены были, нам начитали двоих добровольцев вместо Димки. То есть, как говорится, старая Димка хуже новых двух. И вот мы идем снова воровать немецкую. Кого нам дали? Ивана? И Ивана? Ну, Ивана и Иван. Иван, что за вопросы? Меня зовут доктор Иван. Подожди, куда мы побежали? Идем за мной, да, все за мной. Так, ты сейчас на пулемете, Терентий? Да. Ну ты помнишь, что там ставишь где-то метров 200 и жаришь. Блин, опять я с... Да, у меня один 200. Однозарядный. Как я обожаю однозарядный. Я готов, кстати, поменяться, Радуга. Я тебе могу ППШ отдать. Ты ППШ? Давай. Да, ППШ очень крутой. Давай. Я просто люблю эту штуку. Я последний бегу. Давай, давай. Пробегай, пробегай вперед, не тормози. Короче, ППШ. Вот, я стою, поешу. Я вижу. На пол положил, забирай. ППШ-шка имеет в обойме 71 патрон, а вот это ДП... Нормально? Не в обойме, а в парапол. Ой, СВТ, чувак, это вообще атас. Это не одна зарядная, это такая... Ну да, но мне не нравится, лучше с автоматом. Пойдем, я с ним так жарить буду сейчас. Короче, диск на 47 патронов не ок. Да, вот тут на 71 у меня 3 диска было. На 70? А, ты один отстрелял. Ну да, я один типа проверил, работает ли топка. То ли дали, не то. Холостые, холостые или не холостые. Или не холостые. Вон, тот сарай, видите, пацаны, на 20. И то все равно не попадешь. Я по кому-то попал? Жим прямо в городе их. Вперед, ребята. Их вот там они, не... я их вижу. Где? Запад. Где? Ровно. Запад ровно. Вижу, вижу. Давай, только сейчас обходим, прыгаем в ров. Я могу с пулемета его. Нет, уже. нет, надо прыгнуть в ров. Он же пока про нас не знает ничего. Глупый фашист. Он ушел за дом. Так, а у нас еще и руки трясутся. Ну сейчас мы передохнем тут в рове-то. Жалко, бесшумки у нас нет. Да, бесшумки. Есть чё? Ботинок накрути, блин, на автомат. Сапог свой. Британцев. Так, опа-опа. Мы в рове. Мы в рове. Плохо, что мы почти в притыке, он сейчас нас ваншотит. Он нам ничего не сделает. Мы сильнее, мы первее, давайте. Каждому занять позиции и приступить к штурму города. Я займу позицию. Им конец, им не выжить. Вижу. Его? Да, двое. На... скажу на сколько. На 12. На 12. Понял. Сейчас я тоже начну. Я просто сейчас им подойду и обоих. В раз. Ага, вижу их. Ну что, я хорошо. Убиваю. Давай. Ну все, они готовы. Изи. Нет, автомат... Нам нельзя оставаться здесь, нам нужно идти уже дальше. Уже уходим, уходим. Западнее, ну, за ними. По их трупам идем и западнее потом. Берегом. На 25, там два охранника вдалеке стоят. На 25, два охранника вдалеке, ага. Так, мне нужно кап 98, я его очень люблю. О, он за твой. У этих парней бинокли, кстати, слышь? О, я возьму один. Мне это очень пригодится. О, Г-43 тоже люблю. Которая немецкая, типа СВТ, токарев, аналог. Гехлер, который Гехлер. Слышишь, нет у них биноклей. Ну у него вот висел на пузе. Карта бункер, бункер от нас ровно на севере. А, тот, который мы обошли? Да. Я понял. Продвигаемся к амбару на 20. Мы сейчас на метке этой метки. Восклицательный знак, я понял. Знак. Я понял. Продвигайтесь, ребят, за мной. До амбара на 20. По болоту чакаем. Смотрите, причем так долго идем, вол, ну то есть ускорение. Да, медленнее, не ходит по болоту. Так, ребятки, сейчас на амбаре тормозимся немножко. Тормозимся чуть-чуть. Смотрим в разные стороны. И фоткаемся. Фоткаемся же. Да. Селфи-то. Вроде пока нормально. Прикрывай, ты. Сзади фашист пробежал на азимут 40. Во дворе. Но он за домом сейчас, за таким белым соломенной крышей. Надо продвинуться еще немножко вперед в таком случае. Так это довольно близко, он сейчас нас со спином. Сейчас мы до следующих дворов дойдем. И разберемся. Давайте через дорогу за мной перебегайте. Вот в этот, житок забавно. В этот двор запрыгивайте. Я вас прикрою. Русский домик. Это же русский домик. Давайте дальше. Вроде тут все нормально. Куда дальше двигаемся? Дальше. К амбару? Дальше двигаемся. Надо на запад двигаться.
Через поля вообще не вариант идти. Надо идти вдоль дороги, ребят. Дороги, да, да. Там примерно 270. Бежит фашист, азимут 40. Они нас заметили. Пробежал он через дорогу только что. По тылу бежит. Понял вас. Он сейчас уходит на поле идет, на поле двое. Ух, ну их все. Там четверо. Все, принять бой. Бежать дальше. Короче, юг четверо, просто на поле. Просто на поле, я пока не понял. Вижу. Готов, я готов их убивать. Пойди, шут. 36, два человека. Через я начинаю с пулемета. Готов? Давай. Ух ты, блять, какая дача-то. Есть, одного подстрелил, когда уже ходил. Опа, один встал. И второго. Пал? Да, оба убиты. Ну там еще двое слева, 36. На 36 они ушли левее. Не-не, на поле бежать нельзя, кто там уже побежал на поле? Окей. На поле, верно, смерть. Ты ж клёво. Все, побежали, отступаем теперь. На север. Давай на восток. Точнее, на восток, да, на восток. На запад. Какой восток? На запад. Запад, да. Проталкиваем дальше на запад. Боты хитрые, да? Да. Так, а че они. Вы отстали немножко? Ты нет. По полю бежишь, который с ППШ? А, да. Мы по дворам бежим. А, я понял, вы в зеленочке. Кто у нас остался? Джокер. Я здесь. А, вижу. Там они около глиюна, короче, этого. Сколько нам еще идти? Еще? Мы уже должны быть на месте. Не-не-не, мы еще не на месте, еще бежим нормально. Нет, кстати, не да, метров 300 мы от этого. Еще немножко осталось, бойцы. Чуть-чуть. Писечка осталось. Так, до этого, до этого дома добегаем, там небольшой привальчик. Метров 100. Вот этот сарай, у которого мы лечились. Да ладно. А, да-да-да, я точняк. Понял тебя, Джокер. Я тебя понял. Надо проталкивать. Проталкиваем, переживчиков не будет. Так, ребятушки. Перелазь. Давайте. Немножко еще, немножко. Осталось совсем чуть-чуть. Насыпи классные. Пока фашисты не видно, можно перемещаться. По этой зеленке давайте на 28. Нам нужно сейчас перейти и забрать там этот радиосвязь. Давайте. На 28. А она будет там? Да, будет. Командование сказало, что оно там. Наше советское командование нас никогда еще не подводило. Давайте перебегаем в следующую зеленку на 20. Черт, я так вообще меня еле бегаю. Угу. Устал. Фашист около амбара на 8. Метров 300, но хер с ним. В этой зеленке может быть враг. Ох, так, все. Посветлело. Бутен так. Он еще на поле стоит, фашист около амбара. Слышь, у них там в этом амбаре припасы, их надо тоже будет брать. Видите их, да, справа вон около сарая? Да, тот там. Самый амбар, их там трое стоит на поле. Так может сразу их? Вот перед нами фашистский патруль, вы че? Порешал двоих, все, к бою. Перед нами фашистский патруль вышел. Резкие они. Из кустов. Вообще капец. Те активизировались спереди. Еще кто-то? Да враг тут везде. Не, это я амбар, по амбару говорю. Капрал. Я не капрал, я сержант. Нет, пулеметчик капрал. А не дергайся, вонючий прицел. Там четверо. Блин, нам бы... Блин, отдохнуть надо. Руки трясутся. А, только нельзя носочки. Нас обходят сзади. Откуда сзади? 60. На 60. Кто стреляет? Я стреляю. Почему они не падают? На 60, понял. А кто там отходит? Фашист. Ага, вижу фашиста обходящего. А, там двоих было, но один уже умер. Понял. А второй забежал в зеленку. Да. 200 метров. Отлично. То, что надо. Гранаты будем туда, в ту зеленку. Сделаем. Закуси. Кто-то видит мои пули? Куда они уходят? Нет. Почему я прямо в него стреляю? Или он залагал? Еще одну туда дам. Пускай подавится фашист.
Патроны кончаются у меня уже. Они прямо в амбаре сидят. Средняя обойма. Он аж сальтуху крутанул, убил тут одного. А меня обстреливают со стороны амбара, ухожу. Бежит с панзерфаустом. По полю фаши. Где? Он достал базуку, ложись! Ложись, бойцы! Убил его. Ебать, залагало, да? Да, залагало. Я его убил. А с амбара, за амбаром фашисты бегут. 4 человека. Обходящий отряд. Так может им этот? Я слева пожу. Панзерфауст у меня не одно. Кто стреляет? Боже, нас обстреливают. Они гранаты. Дай дым. Дай дым, чтоб не подошли. О боже, что происходит? Я гранаты откидываю. Я откинул дым, чтоб мы могли подойти или отойти. Один прям там лежит, смотри, умер. Подхожу с левой стороны к ним. Справа, справа, кто справа? Кто справа? Справа от тебя фашистский отряд сюда, из 4 человек идет. В амбаре все еще. Ты себя в окружение загнал. Ой, хороший. Он аж крутанулся там. Я должен быстро зайти в амбар. Кто-то уже в амбаре? Надо его защищать. Нет, сразу. Я с левой захожу, с левой стороны захожу. И я слева. С левой самый нормальный вариант. Справа 4 фашиста бегут сюда на. Наконец-то, я нашел этот кар. Так, я закрепился в амбаре. СГ. МБ-44, ебать. МБ-44, нахуй. Амбар, амбар выбили, нет? А я возьму. Да, наш. Хорошо. Так, быстренько, быстренько. Оп, ребята. Да, что? Вот там, тут ящики, надо слышишь? Обыскать все. Это, по-моему, здесь. Обыскивать, я смотрю. Обыскиваю. Пустые ящики. Тут ничего. Надо где-то искать. Где-то здесь должно быть. Фашисты на... Норс. Ровно. Полностью пустые ящики. Есть еще один вариант. Надо это, видимо, это надо разрушить, уничтожить. А, нам этот и пропей там, да. Take out, да, это, эти суплаи надо разрушить все, ребят. На северо... Получается, на зиму эти 60 стоит вторая. Ого! Там их много. Откуда? Откуда? Ложись, ребят, ложись. Второй этаж залезу. Сверху. Я пытался с автомата уничтожить ящики, не получилось. А, так ты стреляешь, жопи. Вижу, ребята, вон. они ушли за кирпичный домик одноэтажный. На 4. Я их вижу. Там четверо или. У нас тут нет никакой взрывчатки. Можно гранаты. Гранаты. Отойдите, ребят, буду сейчас взрывать. Не пойди туда, я пройду наверху. Попробуйте панзером, я не знаю. У нас нет панзера, в этом вся проблема. Черт, а как же нам их вынести-то, а? Ребята, всем. Давайте закинем гранаты. Всем покинуть бункер, закидываю. Кидывай. Джокера убили. Джокера. Джокера убили! Снайперский как? Выстрел. Ящики не разрушены. Сзади, откуда ой, мы пришли? Ой, по мне тоже, слышишь? Они где-то рядом, мне кажется. От сзади. Вижу, вижу! Убил его! Я его убил! Кто помогите, кто там катается? Помогите. Кто катается? Командир. Идем. Радуга, надо... Помогаю вот этому. Давай. Вижу, они за домом перемещаются, сволочи. Немцы проклятые. Снаряжение. Держись, Трёша. Давай, Радуга. Ты уже меня руками... Руками, руками да. Тебя массаж тебе делаю. Массаж друзья. Сердца. Хорошо. Ребята, быстрее. Опа. Иголку ему втащил. Быстрее, ребят. Всё, должен встать. Ладно. Суплай... Не, я думаю, я буду без ног. Суплай не удалось пока ликвидировать. Пойдём. Да, я без ног. Держи оборону. Радуга. Я попробую отсюда стрелить их. Идем в следующий сарай на севере от этого. Там понял, должно быть понял, радио. Радио там я надо понял. Сорвать. И унести его надо. Иначе никак. Нас сзади фашист уже обходит, там как мы шли. Вижу. На! Сложил его, пошли. Все, пойдем, он мертв. Меня вызывает другую армейскую структуру, до свидания. Я попаду давай. Сегодня или нет? Пожалуйста. Живи! Попадание! Терентий, отвлекай их! 300 метров, окей. Не 200, 300 берем. Где-то с здесь. С панзером. Ничего себе, он с панзером. Где-то здесь эта штука. Давай, прикрой. Так. Вот, на, есть, внутри! Поганец! Нет! Меня убили! Нет, Радуга, меня тоже! Мы зашили! Они убили нас снова, да. А я без ног держу там оборону была... здесь. Проснулся. На тебе, фашист! Радуга! Я проснулся. Радуга, они здесь! Ну, что сделать?
Радуга, он видит меня, он я слева, сразу слева один, сразу слева один. Я не могу даже перезарядиться. Я тоже не могу, а у тебя нет патронов? Я уничтожу припасы. Радуга. Я уничтожу припасы. Терентий, уничтожь их. Я уничтожу их. Радуга, нет, Радуга. Я его вижу, он смотрит в стену. Он улыбается мне, он дуру, он хороший. Да? Он хороший, он улыбается мне. Это фашист. Он смотрит на меня. Он мне ничего не сможет сделать. На каком этаже припасы? Тут офицер, вот это радио, черт. А, они убили меня, суки! Я вижу второго. Уничтожаю припасы. Вторую. Мы почти сделали это. Я могу, я не могу залутать никого. Закупайтесь только в shoes.pro, народ. Лучшие игры по лучшим ценам. Старина за качество. Отвечаю.